Это встречается, к счастью, не очень часто, но встречается. И ситуации такие, они обычно для человека очень проблемные. Они обычно связаны с очень острыми эмоциональными состояниями, причем негативного плана, как правило. И я бы сказала, что вот устранение подобных вещей, оно требует особого мастерства, особого внимания. И вот вы обратили внимание, что эта женщина, она испытывала большие физические неудобства тогда, когда ею манипулировали вот через подобное образование. Мы, наверное, постепенно научимся понимать, что это за технология, которая приводит вот к подобным феноменам, и научимся, скажем так, работать с ней в промышленных масштабах, то есть устранять вот подобные воздействия. Мы же не забыли о принципе свободной воли, мы же хотим быть свободными, да? Так вот не надо нами манипулировать, друзья, товарищи, которые обладают такими возможностями.